Девчонки, всем привет! Уже несколько дней ветрено. У меня начался отпуск, и я приехала в родной город. Если кто не знает, я из Магнитогорска. И сейчас я иду в магазин Fix Price. Хочу посмотреть, чем он может нас порадовать. Город меньше, чем Челябинск, поэтому привозит ли сюда новинки? Девчонки, мы сейчас отправимся в Fix Price по адресу Карла Маркса 151/1. Я уже надела маску. И вперед на поиски новенького. Новые маски по 99 есть в Магнитогорске. Альгинатная лифтинг-маска для сухой ослабленной кожи. Второй вариант – матирующая маска для комбинированной и жирной. Третья маска – антиэйдж для кожи с первыми признаками старения. Производство Корея. Снова привезли игрушки как когтеточки для котиков. Мне кажется, они стали длиннее, но могу ошибаться. Внутри есть бубенчики 199. Выглядит это как картонная коробка, на которой дизайн в виде котиков, и он разноцветный. Пилка БАФ для ногтей, двухсторонняя, степ 1, степ 2. Скорее всего, отличаются абразивностью, стоимость 51. Абразивность не указана. Clear Man 2 в 1, это шампунь и бальзам-ополаскиватель для мужчин. Против перхоти 200 мл за 99 рублей. Anti-Age формула, регенерирующая сыворотка для лица. Секретом улитки производитель Флорисан. Мезококтейль моментальный лифтинг, 100% гиалуроновая кислота. Сыворотка красоты, 100% растительная плацента, цена 99. Посмотрите, что мне удалось найти на полочке. В Челябинске я их уже давно не видела, стоимость 199 рублей из Доломита. Причем здесь даже есть из чего выбрать, есть и в белом, и в золотом цвете. Визуально это как бокал для коктейля, но на самом деле это подсвечник от Паша Бахче. Выполнен из стекла, высота 17 см. Сумка-рюкзак, стоимость 199 рублей. Сделан он из полиэстера, есть тонкие лямочки, внутри есть подклад. Также есть один глубокий карман и два кармана сбоку. Тоненький рюкзачок. В данном магазине есть только два цвета, розовый и бирюзовый. Новые сумки для обуви, но можно использовать не только для обуви. Приятное верхнее покрытие. Сумка затягивается сверху, цена 199. Одинаково выглядит с двух сторон. Верхнее покрытие полиуретан, намокать не будет. Все сумки имеют одинаковый узор, но отличаются по цвету. Розовый, серый, синий и коричневый. Ёршик для туалета в высокой тубе, цена 199 рублей, сверху прикрывается, так что видно не будет, высота его 40 сантиметров, это пластик, покрытие глянцевое и имеет еще какой-то блеск. Всего на выбор три расцветки, серый, красно-малиновый и кофейный. Смотрите, девочки, увидела их наверху, и там есть еще четвертый цвет, кремовый. Появился водосгон, на краешке есть крючок, за который можно подвесить. Размер его 17 сантиметров, цена 51 рубль. Самое главное, выбирайте ровный, чтобы точно работало. Новые дизайны значков, стоимость их 77 рублей. Размер 5×6, выполнен из дерева. Значки очень красивые, покрашены красками на водной основе. Такие значки станут красивым декоративным элементом на шапках, пальто, шарфы. Универсальная застежка не должна оставлять следов. Я лично люблю броши, придает индивидуальность каждому образу. Снова привезли маечки за 149, они уже были летом. Маечки в тонкий рубчик. Кружево проходит по контуру и спереди, и сзади. 94 хлопок, 6 эластан. Тонкие лямки из кружева. 6 цветов на выбор. Размер с 42 по 48. Носки мужские, высокие, цена 99 рублей. Отличаются по размеру, у меня в руке с 41 по 43. 72 полиэстер, 13 шерсть. Всего есть в трех цветах, с зелеными, синими и коричневыми вставками. Коврик преддверный, 90 на 60 сантиметров. Выполнен из футера, с двух сторон он одинаковый. Резиновой прослойки нет. Такие коврики есть в пастельных цветах, а также ярких. Чехол для наушников с карабином, стоимость 77 рублей. Выполнен из силикона, есть отверстие для зарядки. Большое количество расцветок, естественно, эти чехлы сделаны для AirPods. И, кстати, очень бюджетный вариант по сравнению с оригиналом. Можно купить несколько и менять по настроению. Данный кабель в чехле в виде кактуса
тоже представлен в Магнитогорске. Кстати, обратите внимание, что он есть в нескольких расцветках. Шнур тоже с элементом кактуса, отличаются разъемами. Объемный плед, стоимость 199 рублей, напоминает барашка. Размер 100 на 150 сантиметров. Состав его полиэстер. В нашем магазине есть еще в цвете мишки Тедди. Но есть и другие классические варианты, более гладкие, однотонные. Есть еще цветные варианты, но это старая коллекция за 149, 100 на 150. Я бы, девчонки, с удовольствием хотела показать вам еще мусорное ведро за 199 рублей, если бы оно не стояло так высоко. Литраж не знаю, но оно с педалькой. Иногда интересно пройтись по старинкам, особенно если ты никогда их раньше и не видел. Цена 99. Это терка-соковыжималка, она есть в нескольких расцветках и так выглядит. Большие зеленые корзины с тремя ручками, представлен только в зеленом цвете. Легкая универсальная корзина, не подходит для пищевых продуктов, стоимость 199 рублей. Книжка IQ блокнот с развивающими заданиями внутри, цена 55 рублей. Мне кажется, такую книжку будет удобно взять в дорогу и занять своего ребенка. Книги представлены в различных тематиках. С помощью таких книг научитесь считать. Сможете изучать цвета и развивать логику. Чайная ложка, но не стандартная. У нее длинная ручка. Вставка из полипропилена, сама из нержавеющей стали. Вилка и столовая ложка. Их стоимость 55, а чайной 51. Широкий нож 31 сантиметр. Стоимость 99 рублей, нержавеющая сталь, полипропилен. Снова в продаже появились эти милейшие корзинки для хранения. На этот раз другие цвета. Цена 55 рублей, размер 23 на 15 на 12. Носки спортивные женские, размер у них универсальный. Состав 85 хлопок, 12 полиамид, 3 эластан. Такие же есть в черном цвете. Привезли набор перманентных маркеров. Здесь их 3 штуки, стоимость 55 рублей, черный, синий, зеленый и есть черный, синий, красный. Набор шариковых ручек из 4 штук, синий, чернила, но яркая оболочка за 77. Наконец снова появился клей-карандаш Эрик Краузер, 21 грамм за 55. Мелки школьные, белые, фирма Гамма, здесь их 40 штук, они тоненькие, по 55 рублей. Play the Game, игрушка металлическая машинка в яйце. Яйца отличаются по цветам за 55. Не может быть, я ждала эти сумки в Челябинске, а нашла в Магнитогорске. Цена 199. Кроме зеленой есть еще в бежевом, сером и синем цвете. Это сумки складные. 575 на 355 на 240 мм в разобранном виде. Зубные щетки в наборе черного цвета. Средней жесткости, 5 штук с цветными вставками за 55 рублей. Щеточки в яркой упаковке сразу привлекают внешний вид. Цена 77 рублей, 2 расцветки на выбор, щетина средней жесткости. Большущая шоколадка Милка, 199 рублей, 276 грамм удовольствия. Конфеты Тофифи, лесной орех в мягкой карамели с кремовой нугой и шоколадом, 125 грамм за 99. Основа для напитков «Бабушкина ферма», на этот раз новый вкус, лимонад «Мохито», стоимость 27,50 на 1 литр лимонада. Конфеты «Эко-ботаника» с экстрактом зеленого чая и витаминами, масса 200 грамм, стоимость 55 рублей. Это вкусные желейные конфетки. А на этом я сегодня заканчиваю свой обзор. Благодарю вас по традиции за внимание, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, оцените его пальчиками вверх. Я жду ваших реакций в описании. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!